Плохо пронесли нам. Ваше Величество, наши исследования в библиотеке завершены. Агрелла, Ваше Величество, мы улучшили караульные помещения. Агрелла. Во имя повелителя. Вот еще золото, Ваше Величество. Ваше Величество, недавно обнаруженное поселение согласно присоединиться... О! Вот это офигенно. К нашему королевству. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, Ваше Величество. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, Ваше Величество. Неплохое начало. Оставь мою зону. Ваше Величество, недавно обнаруженное поселение согласно присоединиться к нашему королевству. Блин, неудачный сейф. Очень неудачный. Тварь тени. Отличная награда. Это будет лёгкое. То, что там магия, конечно, есть, это офигенно. Ваше Величество, недавно... Так, ну давай. Обнаруженное поселение согласно присоединиться к нашему королевству. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры. А, да. Теперь проблематично будет довольно. Сейчас набегут твари из... твари тени, вот они. Просто поимеет мой базар. Ваше Величество, недавно обнаруженное поселение согласно присоединиться к нашему королевству. А ворота не работают. Да чтоб тебе. Тупая миссия. Дороги, по которым никто не ходит. Мой повелитель, здание лучшего. Короче, надо подождать. Надо тупо ждать. Ваше Величество, наши исследования в библиотеке завершены. Сборщик налога. Сборщик на нога. Поняла. Не бывает тупых миссий, бывают тупые игроки. Сборщик на нога. Блин, вот-вот они побежали. Вот, все. Теперь от них отбиваемся и идем захватывать.
Ваше Величество, мы улучшили караульное помещение. Я ухожу. Не повезло. Поняла, Агрелла, помню. Имя повелителя. Агрелла, помню. Я ухожу. Имя повелителя. Ваше Величество, дворец в осаде! Получай! Это ваше золото! Агрелла поможет. Так, ну вот, нормально отбились. Теперь можешь сходить на разведку сюда. Вот еще золото, ваше величество. Правда, слышишь? Вот еще золото, ваше величество. Агрелла поможет. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ваше Величество, недавно обнаруженное поселение согласно присоединиться к нашему королевству. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Ваше Величество, ваш торговый пост теперь предлагает исцеляющее зелье. Да, я в принципе все отбился. Постройка нового здания совершена. Ваше Величество, ваш торговый пост теперь предлагает исцеляющее зелье. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Имя повелителя. Правда служит. Ваше Величество, мы улучшили караульное помещение. Ваше Величество, недавно обнаруженное поселение согласно присоединиться к нашему королевству. Мой повелитель, здание улучшено. Отличная награда. Имя повелителя. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Ничего смешно. Эльфа тут же, короче, прибили, я то, что зажали. Агрелла поможет. Поняла. Блин, крепко поставил. Не понял. Агрелла поможет тебе. Агрелла поможет. Ваше Величество, постройка нового здания. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Ваше Величество, мне нужны магические эликсиры. Совершено. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Ваше Величество, мы улучшили караульное помещение. Поняла. А чё, где? Тут же где-то был, не? Мой повелитель, здание улучшено. Это будет лёха добыча. Вот ещё золото, Маша. Не повезло.
Агрелла поможет. Золото, ваше величество. Я ухожу отсюда. Дружишь с моей картой? Дружу. Да чтоб тебя! Зачем ты моего чердей убил? По-моему, где-то здесь было. Я просто не запомнил, блин. Здесь? Еще много работы. Вот еще золото, ваше величество. Мои амбиции. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Оставь мою... Золото в баку. Да блинский, как так-то? Как этих уродов убивают? Агрелла поможет. Ладно, давайте тогда. Подождем немного. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Обычай. Ветром благословляет она. Тебе не отнять у меня. Ваше величество, мы улучшили караульные помещения. Приближается. Так, ну, пускай тогда будем снабжать их деньгами. Тварь тени. Мило. А ей слабо? Мой повелитель, здание лучше. Так не это поселение. Про то поселение я в курсе. Оно мне пока не, не нужно. Мне нужно совершенно другое. Мне нужно... Верхнее. Мы улучшили караульное помещение. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Выбор повелителя. Сборщик налога. Что-то оборотни отлетели очень быстро. Но оборотни это не твари тени, так что... Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Незваный гость. Я как будто вас... Тебе не отнять у меня. Я ухожу отсюда. Понятно. Во имя повелителя. Чего, награду за оборотней? Мой повелитель, здание улучшено. Мои, ваше величество, мы улучшили караульное помещение.
Блин, задание, которое не терпит спешки, это прикольно. А, ну это сейчас здесь пройдет. Вот она! Недавно обнаруженное поселение согласно присоединиться к нашему королевству. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, ваше величество. Все, магический базар нашел. Сейчас игра должна появиться. Ваше величество, недавно обнаруженное поселение согласно присоединиться к нашему королевству. Что я много всего сразу нашел. Наш базар предлагает прекрасные новые эликсиры, ваше величество. Ваше величество, недавно обнаруженное поселение согласно присоединиться к нашему королевству. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Мой повелитель, здание... Что-то я в раз нашел, короче, эти штуки. Не было у меня в планах их в раз находить. Ваше величество, ваш торговый пост теперь предлагает исцеляющее зелье. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Ваше величество, ваш торговый пост теперь предлагает исцеляющее зелье. Ваше величество, постройка нового здания завершена. 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 Ваше величество, мы улучшили. Ага, прям как вчера ночью с фантомами. Ну, в принципе, да. И свинья, привет тебе тоже. Иксмор, привет. Всем привет, кто меня смотрит. Караульное помещение. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, ваше величество. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, ваше величество. Мой повелитель! Все, офигенно. Вот теперь можно на самом деле разойтись. Улучшено. Мой повелитель! Здание улучшено! Мой повелитель! Здание улучшено! Мой повелитель! Здание улучшено! Караулк есть, магическая есть. Постройка нового здания завершена. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Дети, ты в курсе, что урод? Постройка нового здания завершена. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Ваше величество, ой, мы улучшили караульное помещение. Ой! Понял, что это за закол? Наш магический базар предлагает прекрасные новые... Короче, понял я. Всё, фишка этого закла. Я думал, он атакующий. Ну да, он атакующий, но немного не так, как я думал. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, ваше величество. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Застроим полностью! Враги скелеты. Ваше величество, мы улучшили караульное помещение. Кстати, надо еще здесь вот поставить, где защищенное все. Мой повелитель, здание
Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Вообще, если так подумать, у меня же есть закл под названием «Уволить». Это такая имба. Я могу уволить монстра. Это крайне странно звучит, но я могу уволить монстра. Так, ну все, в принципе, все хорошо. Смотрите, видите монстра среди? Оп! Я его уволил! И это всего лишь за 1000 монет. То есть как бы вообще копейки. Увольнение всесильной магии. Да, тебя надеется даже на монстров, как ни странно. Может, убежишь оттуда, пока тебя не окружили? Не повезло. Нет, это эльф упорот, он, короче, скелета с лука пытается убить. Ваше Величество, мы улучшили караульные помещения. Вот она вся ебанутость одного хиллера и воина. Трех вампиров просто в одну харю. Дикая имбанутость. Так, пошел нафиг. Сам прикольный, что я могу ей увольнять. Это вообще имба. Не, ну... Мифриловый кинжал. Тебе нет. Брысь отсюда. А! Лол! Я не увольняю, что ли? Я к своему замку телепортирую. Дай мне скорость, Лунор! А. Вот еще золото, ваше величество. Ясно, понятно. И что я только что сделал? Круги по 12 тысяч стоят, как бы. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Ваше Величество, мы улучшили караульное помещение. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Ваше Величество, мы улучшили караульное помещение. Мой повелитель, здание улучшено. Ваше Величество, мы улучшили караульное помещение. Мой повелитель.
Здание улучшено. Эти влеглый лишний замок слабает. Маловероятно, чтобы мне замок бы сломал. Я могу на угазу скинуть землетрясение? Не могу. Короче, я не вижу никого, кроме скелетов, так что... О! Так. А я вижу, это хренотень. Уволь ее. Очень хорошая идея, уволить ее. Давайте так и поступим. Она напоминает откопавшуюся башню. Так, ну давайте ее уволим. Очень странная тварь. Я уволить пока не могу, на самом деле. Дует неприятный ветер. Все, теперь могу. У нее, по-моему, настолько суровая проблема, что я просто сейчас стражи замка запинают. Дует неприятный ветер. Нужно действовать быстро. Юная картина. Нехуй. Ветер благословляет меня. Юно Ятис.
левел упал. Это норма, это уже был этот. Это был довольно слабый 15 левел. Она убегает! Куда она делась? Сборщик надолго. И сейчас у меня много работы. Тяжелый труд. Какая тяжелая битва. Ваше Величество, постройка нового здания. Мы победили, Ваше Величество! Мы отомстим за смерть Глории, но какой ценой? Хотя эта мерзость была уничтожена, выжившие герои навсегда изменились. Даже самых стойких ветеранов мучают страшные ночные кошмары. Другие говорят, что им мерещится ее жуткий зов, хотя все вокруг них слышат только самые обычные звуки. Все видели, как это неописуемое зло было уничтожено, но никто не может сказать с уверенностью, что оно навсегда ушло из нашего мира. Зрадали удол? В смысле? Что? Стражник, ну господи, понимаете? Оплата стражника, я думаю, это не 30 с лишним кусков. Ну, последняя миссия осталась. Из всех, вот она. Последняя? Да, по-моему, последняя. Ты шел с рейнджа? Да, это последняя миссия, которая у нас осталась. Это вот башня смерти. Богатые земли северных территорий так близки. Однако наш путь к этим пространствам преграждают огромные башни, которые швыряются магическими стрелами и вызывают свирепых монстров, если к ним кто-нибудь приближается. Местный кочевник рассказал, что давным-давно раса северян так разгневала своего бога, что он изгнал их из своих домов и запретил им когда-либо возвращаться. Затем он возвел 5 проклятых башен, которые не подпускают их близко. Хотя имя этого бога давно забыто, башни все еще стоят. Если вы сможете убрать это препятствие, мы сможем войти в эти многообещающие земли. Ну, пошлите. Найдите и уничтожьте каждую из 5 башен. Будьте осторожны. Чем их становится меньше, тем они мощнее. Так, это рестарт. Крулка, блин, прямо на входе. Я вообще ничего не построил, да? Ну, финальная миссия. Поняла. Да нет, на самом деле охранник уже все равно денег не дадут за это. Постройка нового здания завершена. Ваше Величество, мы улучшили караульное помещение. Ха? Повелитель, в
ваш рынок теперь служит вам лучше. Ваше Величество, для процветания королевства требуется больше героев. Барочек на ногах. Повелитель, ваш рынок теперь служит вам лучше. Поняла. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Мой победитель. Какое состояние там побегать? Повелитель, здание улучшено. Это нифиг лазить в пещеру к драконам. Местная кузница предлагает новые услуги. Я как будто воскрес заново. Ваше Величество, модернизация дворца закончена. Какая тяжелая битва. Все других храмов. Ваш рынок теперь служит вам лучше. Ладно, крипта. Ваше Величество, местная кузница предлагает новые услуги. Рада служить. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Тяжелая битва. Вот еще золото, ваше величество. Сусибаду. Сусибаду. Сборочек на ногах. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Ваше Величество, эльфы хотят вступить в наше процветающее королевство. Весело тебе, Сон Гоку, весело. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Забвение. Мой повелитель, здание улучшено. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, ваше величество. Вот еще золото, ваше величество. Еще один шаг. Сусибаду. Наконец. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, ваше величество. Мой повелитель, здание лучше. Ваше величество, вот еще золото, ваше величество. Так, блин, идите разберитесь, крипты, господи. Две коробки надо поставить туда. На всех экранах страны в какой? В этот, что ли, в готику? Постройка нового здания завершена.
Мои возможности не имеют себе права. Сборщик на ноги. На, мы тут... Фрикач. Ну я в Готику как бы играл. Неужели, неужели ты думаешь, что я не играл за Вишника в Готику? Ты знаешь, как я настрадал? Ну не совсем так. В Dark Souls все зависит от того, насколько ты хорошо управляешься со своим персонажем, а здесь, ну, блин, не туда завернул и все. Третью годику? Нет, не в третью. В первую и вторую я играл. Ваше Величество, мы улучшили кровульное помещение. Можно, да, не спорю. Но я всех убивал. Рынок теперь служит вам лучше. Ой, ну нафиг, я не суицидник проходить первую и вторую готику без смертей. Ваше Величество, гномы хотят объединиться с нами. Кстати, вот и гномы. Ваше Величество, мы улучшили караульное помещение. Я готов к любым неприятностям. Поняла. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Гномы — это изи деф. Какая тяжелая битва. Ты в третью говоришь, что ты плохо с балансом, но не знаю. Гномы. Надо левелапнуть здание. Понятно. Ну не знаю, я в третью вообще не играл. Ну ждем пока чё. Ох ты, господи. А вот первая башня смерти. Где все жрицы, я не знаю. Как в Дисе, в смысле? Ваше Величество, модернизация дворца закончена. Так. Я как будто вас кресло. Имя повелителя.
Ресурс магу. Сборщик налога. Вообще пауки. Еще один шаг. Ваше Величество, постройка нового здания в Хаммерсхаме. Тяжелый труп. Ваше Величество, постройка нового здания в Хаммерсхаме. Сборщик налога. Сборщик налога. Монстр приближается. Вот еще золото. Так. Прикольно. Так, я думаю, надо еще храм крипты построить. А вообще, по-хорошему, надо мавзолей построить. А, вон еще одна башня. Пора уже строить мавзолей. Пора добавлять к мавзолею охранную башню. Да, надо башню ставить еще одну. Не, у меня такая защита из башни получается, которую фиг пробьешь. Не, ну это, в принципе, относительно легкое задание. С этой стороны меня уже как бы не пробьют. Из-за башен. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, Ваше Величество. Ваше Величество, местная кузница предлагает новые услуги. Нифига себе, вампиры. Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, Ваше Величество. Ваше Величество, местная кузница предлагает новые услуги. Ну это да, это приятно. Это непоправимо! Моя служба закончилась. Ты гнома убил. Первого левела. Я удалить могу отсюда? А, подожду. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. В принципе, надо где-то аванпост мне поставить. Откуда у меня будут ходить караваны? Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, Ваше Величество. Я думаю, вот тут вот я поставлю аванпост. Там вампира приручил? Серьезно? Это законно, да? Это законно. Смена формы. Там что-то стояло разве? Сбор
Наш магический базар предлагает прекрасные новые эликсиры, ваше величие. Моя служба закончилась. Вот еще золото, ваше величество. Поднимать ее. Постройка нового здания завершена. Еще один шаг. Замешок золота можно любого приручить. Ну, в принципе, да, согласен. Так, проблема в том, где мне ставить... Надо где-то поставить, короче, пост. И там поставить вторую базу. Незваный гость. Так, а где это сделать? В чем вопрос? На самом деле, я думаю, и так будет достаточно. С ним воины мне нафиг не нужны. Сейчас построят они тут быстренько все. Бахну здесь вам пост. Теперь я противостою смерти с новыми силами. Ваше величество, понятно. Постройка нового здания совершена. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ну вот и все. Сбаслись из целую базу. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ваше величество, ваш торговый пост теперь предлагает исцеляющие зелья. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Так. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ваше величество, постройка нового здания совершена. И, в принципе, здесь можно поставить этот... торговую точку. Еще можно поставить, да? Нормально. Сейчас надо поднять экономику до определенного уровня. Ох ты. А я пока там стоял, мне вышки посносили.
кстати. Здесь неплохо построить последних карликов. Ваше Величество, постройки нового здания завершено. Ваше Величество, постройка нового здания завершено. Ваше Величество, постройка нового здания завершено. Самое близкое. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Золото, Ваше Величество. Теперь я противостою смерти с новыми силами. Вот еще золото, Ваше Величество. Сборщик Нелло. Вот еще золото, Ваше Величество. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Стоит этих ребят резать? И стоит. Только, конечно, неплохие они в лите. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Теперь я противостою смерти снова. Ваше Величество, ваш торговый босс теперь предлагает исцеляющее зелье. Во имя повелителя. Ащизи. Почему надо зарезать всех? Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Сборщик на ноге. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Ну, в принципе, караваны вон пошли. 700. Нормально. Вторую часть пока, честно говоря, не знаю. Еще один храм крипты нужен. Еще храмы. Третья. Скоро будет третья, в смысле? X2 уже спросили. Ребят, если так будет спрашивать, я скоро выведу сообщение по поводу второй части. Кстати, да, нам может переставить? Я потом Денчи поставлю. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Так. Еще один храм. Кого-то там убили у меня. Что-то гномы сюда отходят отдыхать в гостиницу. Наркоманы. В принципе, третий аванпост можно сюда поставить тоже куда-нибудь. Сюда и оградить его с этой стороны. Так и сделаю. Ваше Величество, постройка нового здания совершена. Наконец-то. Тяжелые испытания воспитывают силу воли. Нормально. А
Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Я присоединяюсь. Борщик на ноге. Вот еще золото, Ваше Величество. Во имя повелителя. И тут надо вот деф сейчас построить из вышек и уже спокойно потом идти ломать башни. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. 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 Ну, в принципе, все. Требуем поста мне должно хватить. Торговых. Ваше Величество, ваш торговый пост теперь предлагает исцеляющее зелье. Вот еще золото, ваше величество. Все. В принципе, теперь только деф остался. Деф и деф, и еще одна. Я просто деф. Линии карликов-то поставить. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Ну все, я поддерживаю тебя всех героев. Сейчас дострою здесь деф до конца и можно спокойно идти выносить. Прикольно. Прикольно, мужик превратил с помощью эликсира в дриадку. Нормально. Моя душа засветилась еще ярче. Вот еще. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Мне еще один аванпост нужен. Не хватает торговых точек. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Даже две поставлю торговые точки. С этой стороны. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Шла. Я уничтожен. Теперь я противостою смерти с новыми силами. Голда. В принципе, все. Как же дряды, что-то ты не увидел? А, так. А я сейчас всё не найду, блин. Сборщик на ноги. Я уничтожен. А я сейчас не найду этот ряд. Я уничтожен. Наконец. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Наверное, еще не спрашивал, ты можешь стереть.
Ребят, я сказал, что я пока не знаю про второй Majesty ничего. Храм апай. Я знаю, что храм надо папать, но я сейчас оборону дострою, потом начну потихоньку сносить башни. Ваше величество, постройка нового здания совершена. И параллельно с этим апать храмы. Постройка нового здания совершена. Я уничтожу. Ваше величество, королевская казна. Теперь я готов ко всему. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Наконец. Тебе бы магию. А зачем мне магию? Мне денег пока нет. Ваше величество, постройка нового здания совершена. 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 Что было? Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ну, в принципе, вполне логично говорить. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ну все, в принципе, можно. Уже ваше ломать. Величество, постройка нового здания совершена. Моя служба закончилась. Уай! Наконец! Ох ты! Здание лучше! Наконец! Нифига там народу! Набежал на бедные торговые посты. Тогда уж второй аддон холодный рассвет, что припекло? Что за холодный рассвет-то? Вы о чем? Мой повелитель, здание лучше. Мой повелитель, здание лучше. Кажется, ли башен становится больше? Ваше величество, постройка нового здания совершена. А, стоп, да я башню, видимо, снес. Лол. Я даже не заметил, как это произошло. Благословение в день! Здание лучше. Моя душа засветилась еще ярче. Мой повелитель, здание лучше. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Много мне героев отъехало. Здание улучшено. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Ваше величество, постройка нового здания совершена. Мой повелитель, здание улучшено. Это непоправимо. Воспитывает силу воли. Мой повелитель, здание лучше. Еще один шаг. Забей.
Вообще было неприятно. Что они нам так на меня накинулись? Мой повелитель, здание улучшено. Вот и все. Ну что, все, сносим. Теперь я готов. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Строишь такую башню по кругу. А башню уже уничтожили. Строй еще кольца. Как гад будет. Ну, возможно, возможно. Так. Такое ощущение, что башни передвигаются. Все не на постоянной основе там стоят. Ваше величество, постройка нового здания завершена. 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 Моя служба закончилась. Ваше величество, постройка нового здания завершена. 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 Я просто всю карту открыл. Тьма. Возможно. Я уничтожен. Надо избавиться от таких штук. Ага, вон они, волны пускают после уничтожения зданий. Ну, сейчас вообще по изи будем убивать. Мой повелитель, здание улучшено. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Блин, слушайте, ну офигенно стойкая. Может возрождаться. Вот почему они могут возрождаться. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Ваше величество, постройка нового здания завершена. Еще баф на от колдунов. Что? Зачем? А, да, кстати.
Ну тогда надо колдунов строить. Я уничтожен. Ваше Величество, постройка нового здания завершена. Я уничтожен. Ух, это трудец! Где сейчас только что был? И сейчас еще одна волна поет. А кто где, кто сдох? Прикольно. Что-то, блин, я, по-моему, сам себе дестрой устроил. Чего такой конкретный дестрой? Это, конечно, трындец. Там просто пачками Йети ходят. Я вижу, что она резнулась. Я с ней как бы ничего не сделаю. Даже если сильно захочу. Еще один шаг. Край за огнем.
Да. Ваше величество, королевская казна почти пуста. Я уничтожен. Хотя... Один раз осталось дать тычку. Наконец-то. Я ненавижу смерть. Моя служба закончилась. Как я ненавижу смерть. Просто подойдите и сломайте башню в наглую. А, вон дрябка. Блин. Ваше величество, королевская казна почти я уничтожен. Барочек. Это непоправимо. Наконец. Это непоправимо. Я ненавижу. Наконец. Моя служба закончилась. Наконец. Моя служба закончилась. Моя служба закончилась. Да. Что, блин, неприятно. Ваше величество, королевская казна почти пуста. Это непоправимо. Я уничтожен. Непоправимо. Тяжелый труд. Это его имя.
Я, короче, в раз уничтожил две башни, и вот такой вот хрень получил. Игра просто не позволяет мне уничтожить две башни в раз. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Я уничтожен. Это непоправимо. Это непоправимо. Наконец. А их трупы. Я присоединяюсь. Это непоправимо. Наконец. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Я уничтожу. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Что это там так ярко сияет? Я уничтожен. Мои услуги могут вам пригодиться. Это непоправимо. Блин, ну немного не успел я. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Что это там так ярко? Я уничтожен. Моя душа уничтожена. Это непоправимо. Не, ну это жесть. Ваше Величество, у меня же получилось. Почти пусто. Я уничтожена. Это непоправимо. Наконец. Ну где башня? А что башня просто с другой стороны зарезалась? Как я ненавижу смерть! А, блин, она зарезалась прямо на моих торговых маршрутах. Хотя... Может, все не так уж плохо. Нет, на самом деле вопрос в том, где зарезается тут башня.